Кубанская земля не перестает удивлять своим плодородием и высоким качеством урожая. Есть буквально все и по приемлемым ценам. Капуста, лук, морковь, картофель. На эти овощи цена от 20 до 25 рублей за килограмм. По 60 рублей за кило – кавказская хурма. Представлены деликатесы, продукции из индейки, торговой марки «Индолина». По оценкам западных партнеров, это один из самых современных индюшинных комплексов в мире. В продукцию не добавляется соя. Мед, прополис, перга – товар с кочевой пасеки. Такая перевозка дает увеличение производимого меда в 2-3 раза. Рыбу сюда привезли из Новороссийска. Хамса, горбуша, треска, судак и даже красный окунь. На весь ассортимент цены в 2 раза ниже, чем на рынках города. Все в этот день пользовалось спросом. Молочные продукты дешевая цена, фрукты дешевые, мясо 165 тоже дешево. Так что ярмарка хорошая. Мы люди приезжие, поэтому ценами мы очень довольны. У нас в Москве все дороже. Так что все очень хорошо, все вкусно, все прекрасно. Организаторы праздника не случайно решили устроить в День народного единства ярмарку. Это не просто торговля. Здесь и широта русской души, и наша родная культура. Для хозяйственников это прекрасная возможность показать, что они делают, а для людей повеселиться и понять, что вместе мы способны на многое. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа регион.